Всем доброго времени суток. Заказал я себе вот такой вот пылеотвод. Все координаты на пылеотвод, где я его брал, я оставлю в описании видео. Пылеотвод состоит из трех частей. Первая часть – это крепление на саму болгарку. И вторая часть – это крепление на кожух. Соответственно, нам надо будет склеить, так как 3D-печать не может это все совместно отпечатать. Итак, места склеивания обезжириваем. Ну и после чего наносим суперклей. И склеиваем детали. Даем какое-то время высохнуть. Ну, у каждого клея свое время. Ну и крепить мы будем пылеотвод на эту вот болгарку от Bosch с регулировкой скорости. Толщина плитки 11 мм. Ну, вот так вот будем крепить. Соответственно, использовать вот такой вот мощный пылесос от DLT. Ну что ж, попробуем протестировать этот пылеотвод и сделаем заусовку на керамограните в 11 мм. Несмотря на то, что вам кажется, что это все пилится быстро, на самом деле это пилится не совсем так быстро, как вы думаете. Я немножечко прибавил скорость. Здесь я использую диск от Distart 1,1 мм. Как вы видите, пыли вообще нету. Сейчас я распилю плитку длиной 1,20 м и толщина керамогранита 11 мм. Распил буду производить от начала до конца с естественной скоростью, то есть я не буду прибавлять скорость, как оно есть, так и останется. Ну, просто для интереса узнать, сколько же у нас уйдет время для распила одной плиты, тем более такого жесткого и толстого керамогранита. Произвели распил. Время у нас получилось чуть больше 2 минут, но я думаю, это неплохой результат. В качестве ограничителя у меня идет вот этот вот бортик от стола. Ну и также упираюсь кончиком пылеотвода. Таким образом, у нас нет давления
на руку, и все идет как по конвейеру. Просто слегка поддерживаю и направляю. В целом, пылеотвод мне понравился. Большое спасибо Сереге. Правда, недавно я видел новый выпуск, и у него появился более усовершенствованный пылеотвод. Ссылочку на это видео я оставлю также в описании. Вот такие вот у нас заготовочки получились. Быстро и качественно. Далее вы увидите новый электрический плиткорез, который может распускать фаску длиной 3 метра 20 сантиметров. Друзья, подписываемся на канал, а чтобы не пропустить самое интересное, жмем на колокольчик. А на сегодня у меня все, всем пока, спасибо за внимание.